Всем привет, народ, с вами Анирель, и я хотела с вами пройти вместе последний, не челлендж, но сюжетную часть ивента с призраками Баскервилля. И еще хотела заметить одну важную вещь. В каждом из уровней, кроме последнего, было специальное условие для получения дополнительного бонусного уровня. Если вы получали этот уровень, то тут появлялся какой-нибудь NPC, тут какая-нибудь собачка, тут еще кто-нибудь, и вот в двух из всех предыдущих уровней там надо было убежать сначала от пачки волков, потом от большого волка. Вот там не надо было подбирать никаких предметов с пола, нужно было просто не получить урона никем, кроме как танкующей куклой. Я не записала это все, и они с карты пропали, к сожалению, что самое обидное. Но все равно хочу вам об этом сказать, что вот в этом уровне и вот в этом уровне вам нужно убежать от волка и не получить урона никем. Тогда появится дополнительный бонусный уровень с небольшим количеством местной валюты и несколько кристаллов. 10, по-моему. Мне очень приятно. Вот, а теперь давайте проходить. Тут, кстати говоря, можно выбрать, кому мы доверяем. И я умудрилась не читать сюжет вообще, поэтому я без понятия, кому доверять. Решила подоверять сестре. Мне кажется, что доверять Ферракии вообще так себе план. Но... Чё выбрал, то выбрал, чё уж теперь. Так, спасти первого. Спасти надо всех трех детей. А вот эти вчетвером будут пытаться меня пробить. Причем они меня пробивают много сильнее, чем я их. Это очень неприятно. И вообще дико бесит. Сейчас они тут все увязнут максимально. Так, все, все увязли. Отлично. Уматываем отсюда. С одной стороны, можно, конечно, попытаться пробежать вот сюда. Типа выдать им паутину. И даже... Тихо. Тенсей Джессика в нее попадет, скорее всего. А вот эти двое вообще не попадут. Они, правда, до меня-то не добегут. Давайте попробуем. А, да, конечно же, они же меня притянут, раз такая. Yeah.
Так и ты теперь тоже застрянешь в паутине, и все вы застрянете в паутине, а я выиграю. Ура! Что там вообще происходит? Кажется, я пропустил большую часть сюжета. Ого. Фенрирчик пришел. Что вообще происходит? В общем, это одно из двух прохождений возможных. Есть еще второе. Соответственно, если вы выберете другого, кого поддержать. Мадока какая-то. А, ладно, в общем, для тех, кто выбрал прохождение такое же, как у меня, вот вам, пожалуйста, как пройти. С вами была Нерели, всем удачи!